На фестивале в Вене группа молодых артистов Ленинградского государственного академического театра оперы и балета покажет фрагменты из балета Крейна «Лауренция». Солисты балета Галина Кекишева и Татьяна Легат. Геннадия Симоцкая и Юрий Соловьев. Нелли Кургапкина, участница двух всемирных фестивалей молодежи. Рудольф Нуриев впервые едет на фестиваль. На профессиональную сцену он пришел из художественной самодеятельности.